Доверять как Иуде? Да се доверяваме като на Юда? Или доверять как Иоанну? Или да се доверяваме като на, като на Йоан? Давайте мы коротко помолимся. И нека накратко се помолим. Господь, благослови свое слово. Господи, благослови своето слово. Благослови почву. Благослови почвата. Пусть это семя упадет на добрую почву. Нека това семя да падне в добра пръст. И в свое время принесет тебе плод. И да донесе добър плод за теб. В 30, 60 и 100 крат. 30 и 60 крата. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. На нашия Господ Иисус Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Первый раз я проповеду на эту тему. За первый раз проповедуем по тази тема. Тема получена сегодня ночью. Тема-то получих днес през нощта. Не спал до 4 часа, до 4 часа утра. Но я очень доволен. Обаче съм много доволен. Приятно, когда получаешь лично от Господа. Приятно е да получаваш лично от Господ. И это слово, оно сегодня меня распирает и... Това слово днес така ме разширяет границы моего сердца. Разширява границите на моето сърце. Я думаю, кто-то уже догадывается, что речь пойдет сегодня об Иуде Искариоте. И мисля, че вече се сещате, че днес стане дума за Юда от Искариот. Вот как мог этот человек 3,5 года продержаться рядом с самим Господом, который пришел с неба? Как би могъл този човек да стои с толкова много време до самия Господ? Этот человек лгал самому Богу в лицо. И този човек е лъгал на самия Господ в лицето му. Обкрадывал церковную казну. Крадял от церковната казна. Потому что Библия говорит о том, что он брал из казны. Защото Библията говори за това, че той е взимал тези пари от Потому что он был вором. Защото той е бил крадец. И, конечно же, Господь знал это. И разбира се, Господ знаел това. И апостолы знали потом уже. И апостолите знаели. И 3,5 года это все продолжалось. И 3 години и половина това нещо е продължавало. Предал Иисус Христа самым страшным образом. Предал Иисус Христос по най-страшния начин. Буквально продал его. Буквално го е продал. За 30 серебряников. За 30 серебряников. Это большая сумма. Това е голяма сума. За эту сумму потом фарисеи купили целую землю. На тази сума фарисеите са купили цяла земя. То есть на сегодняшний эквивалент это примерно что-то около 100-200 тысяч евро. То есть днес това е нещо около 100-200 хиляди евро. Немалая сумма, правда? Не е малка сумата. И предал очень таким коварным способом. И го предал по много коварен начин. Очень подло. Много подло. Чем предал Иуда? С какво го предал? Целованием. Через целувка. Сказал воинам, что вот кого подойду поцелуют, того и берите. Той казал, при когото отида и го целу, на него го хванете. И вот сегодня немножко об этом. И днес ще говорим за това. И, конечно же, об Иоанне Богослове. И разбира се за Иоанн Богослов. Которого почему-то Евангелие называет одним из любимых учеников. И не знам, за что Евангелие-то го нарича один от най-любимите ученицы на Иисус. И сегодня тоже немного об этом. И днес също ще докоснем тази тема. Открою первое место. И ще отворя първото място. Я буду сегодня в основном читать. Днес основно ще чета. И короткие мысли. И едни краткие мысли ще имаме. Евангелие от Луки. Евангелие Лука. 6 глава. 6 глава. С 12 стиха. От 12 стих. По 16. В те дни взошел он на гору, на проекторе можем смотреть на болгарский язык, перевод, помолиться и пробыл всю ночь в молитве Богу. Кто? Иисус Христос. Иисус Христос и прикарал целую ночь. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которые и наименовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Якова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуда Искариота, который потом сделался предателем. Здесь мы видим о том, что Иисус Христос ставит апостолов. И тут видим, что Иисус Христос поставя апостоли. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея. И нека прочитаем Евангелие от Матфея. 10 глава. 10 глава. С 1 стиха. От 1 стих. И призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. У Иисуса Христа была такая власть. Иисус Христос имел тази власть. И более того, он мог давать эту власть. И най-веч той можел да дава тази власть. Изгонять бесов. Да изгонва бесовите. И врачевать всякую болезнь. И да лекува всяка болезнь. Но суть в том, что он дал эту власть и Иуде Искариоту. Обаче тази власть я и дал също така и на Юда. Потому что так написано. Да, что-то така пише. 12 же апостолов имена сути. И перечисляются все те же самые имена,
Прибавлялся същите имена. И четвертым стихом Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте». Представляете, какая власть? «Бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: „Мир дому сему“. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Вы знаете, здесь отмечаются такие истины о том, что можете себе только представить, что в этом мире живут очень много семей. И тут все отбелязывают много добрые истины. Можете себе представить, что в святой има много семейства. Очень много людей. Много хора. Которые по каким-то причинам не имеют мира. Какую-то по някакого причина нямат мир в себе. Не имеют счастья. Нямат счастья. Несчастны. Ты са несчастны. Постоянно находятся в депрессии. Постоянно се намерят в депрессии. В каком-то бесконечном страхе. Някакъв бескрайен страх. В какой-то панике. В паника. И ужасе. Ужас. И вы знаете, Иисус Христос, Он так просто дает этот мир. Иисус Христос много лестно дава този мир. Вот кто-то из апостолов входит в дом и говорит: «Мир вам». Някой от апостолите влиза в дома и казва: «Мир вам». Если дом оказался достоин. И ако домът е достоен. Принять этот мир. Да приеме този мир. Мир и счастье и радость. Тогава мирът, щастието и радостта остава върху този дом. Представляете, какая власть? Представите ли си каква власт? У кого есть такая власть? Кой друг има такова власт? Мы должны знать об этом. Ние трябва да знаем за това. Потому что если мы видим семьи несчастные, че ако виждаме някои семейства нещастни, разбити, люди в депресии, хора, които са в депресии, каких-то страхах, някакви страхове, мы призваны им сказать, ние трябва да им кажем, дать им направление, трябва да им посочим, кому идти, към кого да отидат, кому обратиться, към кого да се обърнат. Так это или не так? Така ли е? Или мы будем просто смотреть и наблюдать, как люди издыхают? Или само ще гледаме и ще наблюдаваме как хората издишват. Именно к этому мы призваны. И точно за това сме призвани. И еще одно Евангелие от Матфея. Евангелие Матей. 7 глава. 7 глава. С 19 стиха. 17 стих. Слова Иисуса Христа. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: „Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие“». И вы знаете, вот это место, и това място, оно говорит о том, не говори за това, ну могу точно сказать, что и об Иуде Искариоте. Че говори също така и за Юда Искариотски. Потому что он тот, кто пророчествовал. Защото той е онзи, който е пророкувал. Аминь или не аминь? Он тот, кто исцелял. Онзи, който изцелявал. Он тот, кто изгонял бесов. Онзи, който изгонвал бесовете. Он тот, который имел такую власть давать мир и счастье семьи. Онзи, който имал властта да дава мир, щастие на семейства. Но в конечном итоге избрал мзду неправедную. Обаче в края на сметка избрал грешния път. И пошел не за Иисусом Христом, а пошел за дьяволом. И последовал не Иисус, а дьявола. Вы знаете, я вот сегодня про доверие. И днес ще говорим за доверие. Вот как доверять? Как да се доверяваме? Получается так, что Иисус Христос доверял Иуде. Иисус Христос се доверявал на Юда. Доверил ему казну. Доверил ему казната. Я сделаю сегодня поправку, что ни в коем случае я сегодня не намекаю на нашу, допустим, финансовую группу. Днес никакъв случай не намеквам на нашата финансовая группа. Слава Богу, что Бог хранит в нашей церкви. У нас слава всегда на Бога, стоят Господь... люди, которые, ну, просто я вижу, что Бог их избирает. Они очень честные и порядочные. Не пази, в нашей церкви Господь винаги избира много добрых хора. И у нас очень четкая ясность. И сме много наясно. И финансовая группа всегда готова дать отчетность. Финансовая группа винаги е готова да ни даде отчет. Каждому члену нашей церкви. На всеки един член от нашата църква. Поэтому здесь нет никакого намека. И затова нямаме никакви намеки. Сегодня я проповедую чисто об Иуде Искариоте. Днес проповядвам само за Юда. И открою это место. И ще отворя следното място. Которое написано в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Йоан.
12 глава, с 3 стиха. 3 стих. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, Мария Магдалена, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Это было очень драгоценное мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы нам не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Аминь. Вот такая вот неприятная история, да? Такая вот неприятная история. Среди 12 учеников не так уж много, правда? Нашелся один, который воровал. Се намерил един, който е крадял. И от Иисуса Христа это невозможно было скрыть. Няма как да се скри това нещо от Иисус Христос. И что же получается? И какво се получава? Иисус Христа можно обмануть? Дали можем да го излъжем Иисус? Как вы думаете? Как мислите? Невозможно обмануть. Невозможно. Просто Иисус долго терпит нас, как написано. Долго терпит. Долго търпи. И просто покрывает. И покрива. Он видит, что кто-то грешит. Той вижда, че някой греши. Он видит, что кто-то продолжает лгать. Вижда, че някой продължава да лъже. Продолжает разрушать тело Господне. Продолжава да разрушава Христовото тяло. Продолжает работать на разрушение Царства Божьего. Продолжава да разрушава Царството Небесно. И до какой-то степени он терпит. И до някаква степен той търпи. И даже долго терпит. И даже дълго търпи. А потом начинает принимать какие-то меры. И след това започва да използва някакви мерки. Но здесь именно доверие. Обаче тук имаме доверие. Иисус Христос доверял Иуде Искариот. Иисус Христос се доверява на Юда Искариотски. Доверял финанс. Доверял му се финансово. Как вы думаете, это серьезно? Как си мислите, дали е сериозно това? Я думаю, что это серьезное доверие. Мисля, че това е сериозно доверие. Доверить финансы общины, первой общины. Да довериш финансите на първата община. И знать о том, что финансы куда-то периодически уходит не туда, куда надо. И финансите се заминават някъде, където не трябва. Но это происходило, понимаете? Обаче това се е случвало. Очень неприятно. Много неприятно. Иисус знал о том, что Иуда вор. Иисус знал, что Иуда е крадец. Но продолжал ему доверять финансы. Обаче продолжал ему доверяло финансы. Давайте мы запомним эту мысль. Нека запомним тази мисъл. Кто был Иоанн Богослов? Кой бил Иоанн Богослов? Мне вот эта мысль понравилась. Тази мисъл много ми хареса. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Иоанн, 13 глава. В те времена историки утверждают о том, что Иоанн Богослов, он был самым юным из апостолов. Историците утверждават, че по тези времена Иоанн Богослов бил най-младият от учениците. Ну, буквально мальчик. Буквално бил момче. Примерно ему было 15-16 лет. Някъде 15-16 годишен. Представляете себе? Вот кому-то сегодня, Марк, тебе сколько лет? Марк, на колко си? Ну вот еще немножко ты станешь апостолом. Ну, что, скоро серьезно, станешь, да? Апостол, за 15 лет Иоанн стал апостолом. На 15 години Иоанн стал апостолом. Имеющий невероятную власть. Който имал невероятную власть. Дарить мир семьям. Да дарял мир на семейство. Исцелять больных. Да исцелява болните. Воскрешать из мертвых. Да воскресява от мертвите. Изгонять бесов. Да изгонва бесовете. Ну, кому не хочется иметь такую власть? Кой не би искал да има такава власть? И смотрите, что о нем написано. И какво пише за него? Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 стиха. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом. Видите, он не только словами Иисус Христос любил, он делом явил. Что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил, давайте мы это запомним, отметим себе, дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать его. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Нему отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. В том числе, я от себя добавлю, и это точно, это неоспоримо, в том числе начал омывать ноги кому? Иуде Искариоту. И също така започнал да мие нозете на Юда Искариотски.
зная о том, что он предатель. Знайки, он... что той предатель. Иисус Христос знал, кто его предаст. Иисус Христос, знал, кое что его предаде. Вы знаете, здесь сокрыта невероятная любовь. И вот кто бы из вас так поступил? Скрыта невероятная любовь. Кое от вас бы могло да поступить. Я думаю, что каждого из вас когда-то в жизни предавали. И мисля, что всякий один от вас был предаван при животности. Самым жестоким образом. Вот по наижестокий начин. Кидали, унижали, оскорбляли. Били... отхвырлени, унизени. Могли бы вы сегодня омыть этому человеку ноги? Бихтели могли да измыть нозети на този човек? Я спрашиваю этот вопрос, потому что просто хоть немножко сравнить себя. И ви питам, за да можем малко да се сравним. Меру своей любви. Според мярката на своята любов. С той мерой, которую имеет Иисус Христос. С мярката на любовта, която има Иисус Христос. Его любовь, она невероятна. Неговата любов е невероятна. Он омывал ноги своему предателю. И той измил нозети на самия предател. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Вы знаете, даже Петр возмутился. И даже Петр си возмутил. Потому что Петр считал, что он недостоен. Петр смятал, что он недостоен. Чтобы учитель склонился перед ним и начал ему омывать ноги. Учитель да се склони пред него и да му мие нозете. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову мою мой тогда». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому что и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно делаете, правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Мы сегодня, конечно, как христиане, мы это воспринимаем в большей степени метафорически. Разбирался, как христиане, сега го разбираме повече по метафоричен начин. Сегодня мы не омываем ноги друг другу. Не снесим им нозете один на друг. Может быть, мы, как в переносном смысле, мы призваны прощать друг друга. По някакъв друг начин ни сме призваны да си прощаваме. Покрывать друг друга. Да се покриваме. И в какой-то степени омывать, склоняться, степен, смиряться. Да се прекланяме и да се смиряваме един при друг. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал. И сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас, в другом Евангелии написано «дьявол», что один из вас предаст меня». И еще написано, что горе тому человеку, которым предается Сын Человеческий. Когда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком говорит он, один же из учеников его, которого любил Иисус, кто это? Только про одного апостола Евангелие говорит четко всегда, о том, что которого любил Иисус. Все говорили конкретно, кого-то убичил Иисус. И это был Иоанн. И това был Иоанн. Юноша. Младеж. Который возлежал на груди у Иисуса. Който се излежавал върху гърдите на Иисус. Ему Симон Петр сделал знак. Ну вот примерно так. Спроси у него. О ком, о котором говорит. Он, то есть Иоанн, припав к груди Иисуса, сказал ему шепотом, да, чтобы никто не слышал: «Господи, кто это?» Иисус отвечал, и опять же, шепотом, чтобы никто не слышал, только в личку, как говорится, Иоанна Богослова: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариот. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тот час вышел, а была ночь. Какой эпизод описан, да, в Евангелии? Каков эпизод описан в Евангелии? Иисус Христос говорит шепотом Иоанну Богослову. Иисус Христос шепнет и казва на Иоанн Богослов. И говорит ему, кто
предаст его. И ему казва, кое ще го предаде. И, конечно, потом Иоанн рассказал и другим апостолам. И разбирался, след това Иоанн рассказывал и на других апостолам. Через какое-то апостоли, время это все случилось. И след някакво время всичко това се случва. И ученики поняли о том, что Иисус Христос все знал. И учениците разбират, че Иисус Христос знаел всичко. Он знал, кто его предаст. Той знаел, кое ще го предаде. И он преподавал ему вечерю любви. И той му е преподал вечерята на любовта. Примерно то, что мы сегодня будем това, което днес ще преподаваме. Ну, что-то святое. Нещо свято. Ну, самое святое. Най-святото нещо. Причиститься от его тела. Да се причистиш от тялото си. Причиститься от его крови. Да се причистиш от кръвта му. Обмакнув кусок хлеба. Потапяйки парче хляб. Подал Иуде. Той го подава на Юда. И вы знаете, вот этот акт был на самом деле крайней точкой. И това действие било като крайна точка. Иуда сделал свой выбор. Юда е направил свой избор. Он сделал шаг в отношении и в направлении дьявола. То я направил ступка к дьяволу. Он принял решение в большей степени доверять сатане. И взял решение туда се доверяло на сатана. Исторические факты говорят о том, что Иуда Искариот, он тайно принадлежал партии зелотов. И исторические данные казывают, что Иуда Искариотский принадлежал на зелоты, партия зелотов. Партия на зелоти. Зелоты верили тогда. Зелотите се вярвали по това време, что придет время и они скинут римское иго. Че ще дойде време и те ще примахнат римското иго. Они тайно готовились к революции. И те тайно се готвили за една революция. Потому что мы знаем, что Израиль находился под рабством. Защото Израил се намирал под рабство. То есть Римская империя просто держала Израиль. Римската империя просто ги е държала. И зелоты верили в том, что поднимется в один момент лидер. И злотите са вярвали, че в един момент ще се издигне лидер. Поднимет восстание против Рима. Ще издигне восстание срещу римляни. И свергнет это римское иго. И ще примахне това римско иго. И вот среди апостолов были зелоты. И сред апостолите имало зелоти. Которые верили то, что Иисус Христос это политический освободитель. Които са вярвали, че Иисус Христос всъщност е политически освободител. И они верили то, что он пришел именно для этого. И са вярвали, че той дошел точно за това. И одно из предположений говорит, что когда Иуда понял, что это не тот человек. И одно из предположений это казва, че Иуда не е този човек. Иисус Христос не тот человек. А, че Иисус Христос не е този човек. Это не тот человек, который пришел мечом. Че това не е онзи човек, който е дошел с меч. Освободить Израиль. Да освободи Израил. Более того, он готовится к смерти. Най-вече той се готви за смърт. Но это совсем не то. Това не е същото. То, что ожидал от него Иуда Искариот. Което очаквал от него Юда. Поэтому он начал готовить. И затова той започнал да се готви. Ну, такую измену. Да готви тази. Чтобы хоть какую-то выгоду получить. Измяна. Да получи поне някаква изгода. От этого непонятного человека. От този непонятен човек. За которым он ходил 3.5 года. Когото исследовал 3.5 години. И он уже сходил к фарисеям. И той вече отишъл при фарисеите. И сказал о том, что за определенную плату я предам вам его. И им казал, что за определенное плащание аз ще го предам. И эта плата была ему дана. И това плащание му е било дадено. И он замыслил в сердце своем предать Иисус Христа. И в сърцето си той решил да предаде Иисус Христос. И принял от дьявола вот этот фундамент. И от дьявола е приел този фундамент. И фундамент потом, можно сказать, сыграл такую роль. И този фундамент е изиграл една роля. В определен момент, когда чаша была преисполнена, когато чашата била препълнена, чаша Божьего долготерпения, чашата на Божието дълготърпение, чаша Божьей любви, чашата на Божията любов, сатана спокойно вошел в сердце Иуда Искариотски. Сатана спокойно се влезе в сърцето на Иуда Искариотски. Так написано. Така пише. В этот же момент сатана вошел в него. Че в същия момент сатана влязал в него. Но, вы знаете, Иисус Христос обращается к Иуде. Обаче Иисус Христос се обръща към Юда. Он сказал, это не было обращение к дьяволу. И това не е било обращение към дьявола. Он сказал Иуде Искариоту. И той казва на Юда Искариотски. То, что задумал, делай скорее. Че онова, което си замислил, го прави по-скоро. Только что мы это прочитали. Това, което прочетохме. То есть это был замысел и ответственность лежала на Иуде Искариоте. Това е била мисълта на Юда и отговорността била върху него. Но этим местом я хотел показать. И с това място исках да ви покажа. Что Иоанн Богослов какую роль выполнял? Каква роля играе тук Иоанн Богослов? Это был один из самых близких апостолов. Един от най-близките апостоли. Вы знаете, вот какая интересная мысль? И каква интересна мисъл има тук? Какая интересная такая, не знаю, дилемма. Интересна дилемма. Получается так, че се получава, что когда Иисус Христос говорит, че когато Иисус Христос говори,
Я никогда не знал вас. Аз никога не съм ви познавал. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Махнете се от мен. Вот по этим стихам получается, что на самом деле Иуда Искариот никогда не знал Иисуса Христа. Через тези стихи мы можем да разберем, че Юда никога не е познавал Христа. Как своего личного спасителя. Като свой личен спаситель. Он не имел с ним интимного общения. Той нямал интимно общуване с него. У них не было доверительных взаимоотношений. Те не са имали доверителни взаимоотношения. Иуда не раскрывал ему свои тайны. Юда не раскрывал своите тайны. Свои чувствования. Своите чувства. Свои мысли. Своите мысли. Он был абсолютно закрытым человеком. Той был наполно затворен человек. Абсолютно чужой человек в церкви. Абсолютно чужд человек в церкви. Это было страшно. И това е страшно. А кто был Иоанн? А кой бил Иоанн? А Иоанн вот, вот тот, кто лежит на груди у Иисуса Христа. Иоанн е онзи, който се възлежава върху гърдите на Иисус. И слышит даже то, что Иисус Христос говорил шепотом. И чува онова даже, което Иисус Христос казва шепнейки. Знал ли Иоанн Иисус Христа? Дали Иоанн е познавал Иисус? Знал ли Иисус Христос Иоанна? Дали Иисус е познавал Иоанн? Вот скажите мне, вот когда вы знаете человека? Кажете ми, кога познавате човека? Когда вы можете назвать его своим другом? Кога може да го наречете свой приятел? Подумайте немножко. Помислете си малко. Мы недавно с одной семьей работали с Наташей. Наскоро работяхме с едно семейство с Наташа. И там рисовали один такой треугольник. И рисувахме един триъгълник. Треугольник взаимоотношений в семье. Триъгълник на взаимоотношения в семейство. Три части, которые, ну, просто, они настолько незыблемы. Три части. Ни от одной из них нельзя отказаться. Които са много важни. И вот фундамент этого треугольника входит любовь. И фундамента на този триъгълник е любовта. Вот. С одной стороны идет доверие. От едната страна има доверие. И с третьей стороны что? И от другата какво? Общение. Общението. И вы знаете, когда чего-то нет одного, то семья, она очень неустойчива, и очень нестабильна. И когда няма одно от тези неща, семейството е много нестабилно. Я скажу свою мысль. И ще кажа моята мисъл. Я могу назвать человека своим другом. Мога да нарека един човек мой приятел. Когда между нами появилось доверительное общение. Когато между нас има доверително общуване. Можете со мной согласиться? Он мне рассказал свои секреты. Той ми казва своите тайни. А я с ним поделился своими секретами. Аз му споделя моите тайни. Мы открыли друг для друга свои сердца. Ние отворихме сърцата си. Самое сокровенное. Един за друг отворихме най-тайнството нещо. Сокровенные мечты. Някакви тайни мечти. Желания. Желания. Только друга я могу посвятить свои сокровенные мечты. И мога да посвятя само на един много добър приятел своите мечти. Можете сказать на это аминь? Може да кажете амин? Вот Иоанн, он был другом. Иоанн бил приятел. Он поэтому, знаете, я всегда говорю такую мысль. Это не то, что Иоанн был самым любимым. Не честно казвам тази мисъл, той не бил най-любимия. У Бога на самом деле любимчиков нет. Бог няма любимци. Это говорит лишь то, что Иоанн больше всех любил. Това из всех апостолов не говори само у него за была това, самая непосредственная детская любовь. Че Иоанн най-много я обичал. От всички апостоли, ну той вот имал най-такава детская больше любовь. Больше никто не осмелился лечь на грудь Иисуса Христа. Никой друг никто не се осмелил да возлегне върху гърдите на Иисус. А Иоанн как ребенок подбежал и вот так. Пък Иоанн като дете прибягал и се хвърлил върху Иисус, него. Иисус, можно я полежу немножко Иисус у тебя на груди? Иисус, малко да си полежа тук. Вот. Ну, ни у кого не хватило дерзновения вот такого. Никой нямал дразвеността да направи това нещо. И слава нашему Богу за Иоанна, за слава такую любовь. Слава на нашия Бог за Иоанн, за такава и любовь. За любовь Иисуса Христа, который может нас принять. И за любовь на Иисус Христос, която може да ни приеме. Когда мы захотим его обнять. Когато ние поискаме да го пригърнем. И открыть ему самые сокровенные свои желания. И да му открием най-тайните си желания. Иисус тебя не оттолкнет. Иисус Христос няма да те отхвърли. Аминь или не аминь? Потому что он нас любит. Защото той ни обича. Я иду уже к концу. Вече приключвам. Еще одно место. И още едно място. Я хочу открыть притчи, 24 глава. Притчи, 24 глава. Где написано, в 26 стихе. В уста целует, кто отвечает словами верными. Это написано в притчах, царь Соломон. И знаете, здесь вот царь Соломон делится о том, что обычно тот, кто целует в уста, ну, например, муж целует свою жену, жена целует своего мужа. Тук царь Соломон споделя това, че онзи, който целува в уста, например, мъж, жена. Обычно вот в таком состоянии, ну,
трудно обманывать. Обыкновенно в таком состоянии и много сложно да лыжешь. Психологи давно вычислили. И психологи давно все исчислили. Практически невозможно лгать, когда ты смотришь человеку в глаза и стоишь прямо вот так в упор к нему. Че почти невозможно да лыжешь человека в учите, когато си точно до него. Глаза и зеркала души. Учите са огледалата на душата ни. Глаза выдают тут ложь. И учите ни ще издадат тази лъжа. Просто зрачки забегают. Просто зените ще започват да бягат. Просто какое-то напряжение. Някакво напряжение ще се усети. Зрачки сузятся. Зените ще се... Как у наркозависимого человека. Ще намалят като на наркозависими. Которые находятся в абстиненции. Които се намерят в абстиненция. И вот это вот, знаете, вот такое дергание. Вот такое. И ще има някакво трепериние. Но Иуда Искариот именно это сделал. Обаче Иуда Искариотски направил точно това. Давайте мы откроем Евангелие от Луки. Нека прочтем Евангелие Лука. 22 глава. 22 глава. Двадцать вторая глава, 47 стиха. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак. Кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Вот это страшный момент на самом деле. Твой один страшный момент. Как можно было человеку прийти вот к такому убеждению? Как бы могло один человек достигнуть до того убеждения? Или к такой мысли? Или до такого мысли? Что предать своего учителя именно целованием? Да, си предаде учителя через целувка. Вот я подойду поцелую. Ще отида и ще го целуна. Насколько это подло? Колко подло е това? Насколько это коварно? Колко е коварно? Насколько это грязно? Колко е мръсно? Вот именно таким способом предать учителя. Точно по този начин да си предадеш учителя. Святого человека, который был абсолютно беспорочен. Един свят човек, който бил напълно безпорочен. И не сделал ни одного греха. Не извършил нито един грях. Живя на этой земле. Живейки на тази земя. Еще одно место, которое хочу открыть. И друго място, което искам да отворя. Марка 14 глава. Марк 14 глава. 48 стиха. От 48 стих. Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы мечами и копьями, и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Я читал разные толкования, но утверждают различные толкования, что вот этот юноша был Иоанна Богослов. И утверждал, что този момок всъщност бил Иоанн Богослов. И вот он среди толпы затесался. И той сред толпата се мокнул. Возможно, он не успел одеться, как полагается. Может быть, не успел да се облече, как и просто что-то на себя накинул. Просто метнул нечто отгоре. И когда кто-то из людей узнал в нем ученика Христова. И когда-то некоторые от хората познал в него ученика на Христос. Они его схватили. Те го хванали. Но он вырвался из-под покрывала. Бачи той се измъкнул из-под покрывала. Потому что это не было его одежда. За что-то това не били дрехи тему. Это то, что легко может соскользнуть с тебя. А нечто, което може лесно да се излъзни. А там он был практически абсолютно, ну, голым. А по кодолу бил почти гол. И вот представляете, вот так вот, с голой задницей. И представите ли си с по голу дупе някъде да тичаш. Жить-то хочется, правда. Бачи, да. Все пак си, му се живееше. Юноша понимал, что в этот момент его могут просто линчевать. И момка разбирал, че в този момент може просто да го убият. Я скажу мысль такую. И ще кажа следната мисъл. Не всякий, кто тебя целует. Че не всякий, който те целува. Верен. Е верен. И не всякий, кто бежит от тебя в трудное время. Не всякий, който бяга от теб в трудните времена. Предатель. Е предател. Бывают в жизни такие перевертыши. В живота се случват различни неща. Когда именно люди, которые тебя целуют и обнимают и говорят тебе очень ласкательные слова. Когато точно онези хора, които те целуват в уста, които ти казват много мили думи. Ну, мягко стелят, да жестко спать. Върху мекото легло е, тежко да спиш. И наоборот. И обратното. Казалось бы, в трудное время. В трудни времена. Кто-то тебя оставил. Някой ты оставил. Но не потому, что захотел тебя предать. Бач, не за что-то я искал да те предаде. Потому что не было возможности. За что-то нямал возможност. Не было шанса. Не имал шанс.
Форс-мажорные обстоятельства, невозможно так. Някаква сложная ситуация. Очень важно покрывать этих людей. И много важно да покриваме тези хора. Давать людям шанс. Да даваме шанс на хората. Еще один шанс. Още один шанс. Потому что мы христиане. Защото сме християни. Мы не являемся какими-то категоричными людьми. Ние не сме категорични хора. Которые, дождавшись какой-то одной ошибки. Които очакат само някой да извърши грешка. Просто ставят на человека крест. И просто да го зачеркнем от живота си. Знаете, тут недавно я слышал одно выражение очень простое. Наскоро чух един много лесен израз. Церковь не является диагностическим центром. Не е диагностичен център. Церковь это больница. Церквата е болница. Мы не призваны к тому, чтобы ставить человеку диагноз. Ние не сме призвани да поставяме диагноза на человек. Налепить ярлык. Да му лепнем някак нещо. И больше не давать никакого шанса. И да не му дадем още шансове. Мы призваны к тому, чтобы помогать. А сме призвани да му помагаме. Покрывать. Да го покриваме. Давать шанс. Да даваме шансове. Еще шанс. Още и още. Прощать. Да прощаваме. Потерпите еще немного. Евангелие от Матфея, 27 глава. Евангелие Матфея, 27 глава. Сегодня у нас такие начинаются предпаскальные проповеди. Започваме малко предвеликденские проповеди. Ну, отсидеть проповедь – это не такое большое страдание. Значит, да, правда, да? Сидите през проповеда не е толкова голямо страдание. По сравнению с тем, что пережили ученики Иисуса Христа. В сравнении с това, което са преживели учениците на Иисус. По сравнению с тем, что пережил сам Иисус Христос. В сравнении с това, което е преживял самия Иисус. Потому что те страдания, которые Иисус Христос принес. Защото онези страдания, които Той претърпял. Ну, это даже не с чем сравнить на земле. С нищо не може да се сравни. Евангелие от Матфея, 27 глава. Евангелие от Матфея, 27 глава. С третьего стиха. Вот третий стих. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, Иисус Христос осужден, и раскаявшись, Иуда Искариот раскаялся, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: а что нам до того? Смотри сам. И бросив, Иуда бросил серебряники в храме. Он отказался от этой платы. Он вышел, ну вот что Библия говорит, Евангелие говорит, пошел и удавился. Он повесился на одном дереве, то на одном пустынном поле. Дерево. Другие места говорят о том, что... И другие места казват. Ну, можно здесь дочитать. Тук можем да приключим. Первосвященники, это не были простые священники. Взяв серебряники, сказали, а это была огромная сумма, мы об этом говорили. Была голяма сумма. Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Они прекрасно, фарисеи прекрасно понимали, фарисеи что много добре разбират, они заплатили, че заплатили Иуде Искариоту на Юда, для того, чтобы убить невинного человека. За да убият невинен човек. И они, мы не хотим таких денег брать. И те казват, ние не искаме да ги взимеме. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Советую вам прочитать 118-й псалом. И ви советвам да прочитете 108-й псалом. Там написано псалом. Пророчество о том, что дом его останется пуст. Там пишет пророчество за това, че дома му ще остане празен. И перечисляются проклятия. И се приброяват проклятията. Проклятия, которые легли на Иуду Искариота. Проклятията, които са возлегнали върху Юда. То есть этот человек был проклят. То есть този човек бил он проклят. Вошел в проклятие. Той влезе в това проклятие. Поэтому земля, которую приобрели на эти деньги. И за това земята, която была купена за тези пари. Она осталась пустой. Тя останала празна. Она считалась проклятой. Тя се смятала за проклята. Никто к ней даже не прикасался. Никой даже не искал да я докосну. И вы знаете, тело Юды Искариота, оно висело на дереве. И тялото на Юда остана на дървото. Потому что никто не хотел его оттуда снимать. Защото никой не поискал да го махне оттам. Потому что написано. Защото пише. Проклят всяк, висящий на древе. Че е проклет всеки, който виси на дървото. Его не захотели снимать. Него не са поискали да го махнат оттам. А Иисус Христа, который принял все проклятия всего мира на крест. Иисус Христос, който е приел всички проклятия на този свят върху кръста. Слава Богу, что нашлись люди, которые это так высоко оценили, что его похоронили, положили в гроби у богатого. Добре, че са намерили такива хора, които са оценили това и са го махнали оттам и са го сложили в гробница. Которые прекрасно знали Писание, прекрасно понимали, что сделал Иисус Христос. Защото имало ученици, които много добре са знали Писанието и са знали какво е направил Иисус. И я открою сегодня последнее место. И ще отворя последното място. Евангелие от Иоанна, 19 глава. 19 глава. С 25 стиха. 25 стих. Ну,
При кресте Иисуса стояли матери Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Это такие самые посвященные ученицы Иисуса Христа. Самые посвященные ученички на Иисус. Советую послушать вам мою проповедь. Эта проповедь называется «Трансформация». И советую вам послушать мою проповедь «Трансформация». Трансформация матери Иисуса Христа. Трансформация это на майката на Иисус. От матери к, к последователю Иисуса Христа. Която приминала от майка к последователю на Иисус. И от последователя Иисуса Христа к, к дочери Иисуса и Христа. И от последователка к дочерята на Иисус. Какую трансформацию претерпела мать Иисуса Христа. Какова трансформация претерпела майката на Иисус. И это тоже откровение. И това също е откровение. 26 стих. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жену, се сын твой». Потом говорит ученику, а этот ученик, это был Иоанн, юноша, «Се матерь твоя, и с этого времени ученик сей взял ее к себе». Аминь. Мысль. Люди часто подводят нас. Хората много често не подвеждат. И мы призваны прощать. И сме призваны да им прощаваме. И покрывать, насколько позволяет нам наша вера. И да ги покриваме, колкото ни позволява нашата вяра. Но все-таки. Обаче, въпреки това. Лучше доверять, как Иоанну. Е най-добре да се доверяваме като Йоан. Чем доверять, как Иуде. Отколкото да доверяваме като на Юда. Я немножко расшифрую эту мысль коротко. И малко ще обясня тази мисъл. Практически всегда я знаю, когда меня обманывают. Аз почти винаги знам, когато ме лъжат. Но Бог меня предупреждает. Бог ме предупреждава. Но я не реагирую так. О, я знаю, что ты меня обманул. Обаче аз не реагирам последния начин, че все едно знам, че си. Я сразу знам, стараюсь простить этого человека. Аз винага се опитвам да простя на този човек. Я всегда знаю, когда в мой бизнес, например. И винаги знам, когато в мой бизнес. Вошел верный и посвященный человек. Влиза верен и посвятен човек. И вы знаете, мне таким людям приятно доверять. И на такие хора е приятно да се доверяваш. Поделюсь сегодня немножко своим опытом, коротко. И ще споделя малко мой опит днес. Наступил рубеж в моей жизни. Че настана един момент в моя живот. Это было на грани моего уверования. Това беше преди моето повярване в Исус. Тогда я еще не верил в Бога. Тогава все още не вярвах в Господ. Мне было 25 лет. Бях на 25 години. Я был очень разочарован. В людях. И аз бях много разочарован в хората. У меня были очень высокие требования. Имах много высокие изисквания. И я был очень категоричен. И бях много категоричен. Я не прощал ошибок. Аз не прощавах грешки. То есть человек ошибся. То есть, ако човек сгреши. Ну ладно, я позволю ему еще раз. Добре, ще му позволя. Но второй раз это конец. Обаче втори път няма как да му. Я начал очень быстро терять людей вокруг себя. И много бързо започнах да губя хората около мен. И перестал доверять кому-либо вообще. И спрях да доверявам изобщо на всички. Ну вот интересно, прошло какое-то время, и я понял, что я тоже несовершенный обаче человек. Обаче мина някакво время, и аз разбрах, че аз не съм съвършен човек. Я давал обещания. Аз давах обещания. Если раньше до какого-то рубежа еще исполнял их. И ако преди до някакъв момент ги изпълнявах. То периодически случались такие обстоятельства. Започнаха да се случват такива обстоятелства. Когда я просто не мог этого выполнить. Че аз просто не можех да го направя. Я понимал, что это в какой-то степени даже сверхъестественно. Аз разбирах, че даже някак си сверхъестественно. Я начал подводить людей. Започнах да подвеждам хората. И пришел момент. И дойде един момент. Когда я перестал верить даже самому себе. Когато спрях да вярвам даже и на самия себе си. И вошел в тяжелейшую депрессию. И влязох в една тежка депресия. И в 25 лет я уверовал в Бога. И на 25 години аз повярвах в Господ. Скажу коротко, чему Бог меня научил. Накратко ще кажа на какво ме научил Господ. Я и по сей день не верю никому. И до ден днешен не вярвам на никого. И себе тоже не верю. И на себе си не вярвам. Я верю только Иисусу Христу. Аз вярвам само на Иисус. Чему Иисус Христос меня научил? И на какво ме научи Иисус? Я каждый раз вручаю себя в руку Божию. Че всеки път аз се връчвам в ръцете на Господ. Когда иду куда-то, что-то сделать или что-то предпринимаю. Когато отивам някъде, искам да направя нещо. Потому что я понимаю, что я ограниченный человек. Защото разбирам, че аз съм ограничен човек. Могу даже так сказать, недалекий человек. Мога да кажа даже малко. Если сравнивать меня с Иисусом Христом, я очень недалекий. Ако се сравнявам с Иисус. Я просто позволяю Богу делать то, что Бог хочет. И просто позволявам на Бог да прави това, което Той иска. Говорю, Господь, води в мое сердце еще раз. Господи, влез в моето сърце още веднъж. И да будет Твоя воля, не моя воля. И нека Твоята воля да бъде не моята. И в отношении других людей. И в отношенията на други хора. Я и по сей день не доверяю никому. Аз и до ден днешен не се доверявам на никого. Бог меня учит вручать человека в руку Господа обаче, Иисус Христа. Господ ме учи да връчвам хората в ръцете на Господ. И периодически я так и говорю. И от време на време така си и изказвам. Я вручаю тебя в руку Господа Иисуса.
Приключвам в ръцете на Господ. Я ему доверяю. Аз му се доверявам на него. Если ты ему доверишься, то все будет хорошо. И, ако, и ти му се довериш, всичко ще бъде наред. Вот и весь секрет. Това е цялата тайна. И Бог в моей жизни начал производить невероятные чудеса. И Бог в мой живот започна да произвежда много големи чудеса. Я могу сказать, что в моем бизнесе. В мой бизнес. Пусть мой бизнес сегодня семейный. Днес мой бизнес е семейен. Это удобно. Това е удобно. Потому что, конечно, я доверяю своей дочери. Защото, разбира се, се доверявам на дъщеря си. Вручаю ее в руку Господню. И я връчвам в ръцете на Господ. Конечно, я доверяю своей супруге. И доверявам на съпругата си. Мы одна плоть. Ние сме една плод. Конечно, я доверяю своему сыну. И разбира се, доверявам на сина си. Но наступило время, когда нам надо принимать работников. Обаче стигнахме до една точка, когато трябва да приемаме хора вече. В Бургасе мы нашли медицинскую сестру. В Бургас намерихме медицинска сестра, которая верит в Бога. Която вярва в Господ. Которая является, ну, вот таким вот именно доверительным лицом, мы ей доверяем. Която е доверително лице, ние се доверяваме. Потому что она очень богобоязненный человек. Тя е много богобоязнен човек. И она, кстати, очень мощный евангелист. И е много мощен евангелист. Из Казахстана едет еще один хороший специалист. И от Казахстана еще дойдет еще один добрый специалист. И недавно он поздравлял меня с днем рождения. И скоро той ми честите за рождение день. Я говорю Наташе. Я сказал на Наталье. Вот кроткий, послушный и невероятно покладистый человек. Твой много кроток, послушен и много добрый человек. Он для меня уже как сын. За мен той вече като син. Вот Бог влагает меня в такое желание. Бог ми влага такого желания в сърцето. Я просто опять же так же его вручаю в руку Господню. По същия начин го връчвам в ръцете на Господ. И я вижу, что Бог это делает. И аз виждам, че Господ го върши. Бог прилагает к нашему бизнесу. Господ ни дава към нашия бизнес. К нашему предприятию. За нашето предприятие. Людей, которые как Иоанн Богослов. Хора, които са като Иоанн Богослов. Которые сокровенные. Които са съкровени. Которые чистые. Които са чисти. Которые кроткие. Които са кротки. Которые любят Бога. Които обичат Господ. Слава нашему Иисусу. И слава на наши Господь. И сегодня я буду плавно переходить к трапезе Господней. И ще премина плавно към Господната трапеза. Я закончу такой мыслью. И ще приключу со следната мисъл. Кому приятнее доверять? На кого е приятно да се доверяваме? Сегодня сами мне ответьте. Днес ми отговорите ви. Доверяйте Иуде. Да доверим на Юд, на Юда. И ты знаешь, что он уже где-то там что-то там так шалит. И да знаем, что той вече прави нечто там. Я верю в то, что в жизни многих из вас это уже происходит. И аз вярвам, че в живота на някой от вас това нещо се случва. До каких пор? До кога? До каких пор это терпеть? До кога да го търпим? Когда у тебя за спиной тебя предают? Ако зад гърба ти те предават? Когда тебе в глаза лгут? Ако в очите ти те лъжат? И когда тебя предают целованием? И когато ты предават в сосцелупка. Вы знаете, Иисус Христос показал хороший пример. Иисус Христос не показал много добър пример. Иисус не терпел бесконечно. Че Иисус Христос не търпи вечно. Не вечно вам быть пренебрегаемым мною. Няма вечно да сте пренебрегнати от мен. Не вечно мне быть пренебрегаемым вами. И няма вечно да съм пренебрегнат от вас. Это слава Бога. Това са думите на Господ. Потому что чаша в один момент переполнится. За това, че чашата в един момент ще се препълни. И вот смотрите, насколько Иуда был обманут. И колко Юда е бил излъган. Я еще раз повторю, потому что я когда-то давно на эту тему проповедовал. Давно именно об Иуде. На тази тема за Юда. Я задавал такой вопрос. И си задавах следния вопрос. Кто-то вспомни сегодня. Някой, может быть, ще си спомни. Если бы Иуда не раскаялся, потому что есть большая разница. Ако Юда не се беше раскаял, а покаялся. А се беше покаял. Потому что раскаяние, оно очень эмоциональное. Защото раскаяването е много емоционално. Человек раскаялся эмоционально. Човека се раскаява емоционално. Но ничего не поменялось. Обаче нищо не се променя. Он как был бесплодным. Както бил безплоден. Так бесплодным и остался. Така си остава. А что такое покаяние? Обаче какво е покаянието? Развернуться на 180 градусов. Да се обърнеш на 180 градуса. От власти греха. От властта на греха. Повернуться к Богу. Да се обърнеш към Бога. И принести ему плод. И да му донесеш плод. Плод любви. Плод на любовта. Аминь. Вот это плод покаяния. Това е плода на покаянието. Последнее место перед трапезой Господней. И последнее место преди Господната трапеза. Это знаменитая молитва первосвященника. Написана она в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Иоанн, 17 глава. Една много известна молитва. С 8 стиха. От 8 стих. Хотел сегодня попросить пастора Андрея и
Романа. Ну вот, молодежное служение, выйдите, пожалуйста, сюда сегодня мне помочь. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 8 стиха. Это суть трапезы Господня, причастие. Това е същността на Господната трапеза. Ибо слова, которые ты дал мне, Иисус Христос говорит, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Иисус Христос прославляется в нас, в нашей жизни. Иисус Христос се прославил в нас и в нашей живот. Он пришел для того, чтобы мы оставили грех. Той е душил, за да оставим греха. Перестали грешить. Да спрем да грешим. И чтобы прославиться в нас. И да се прослави в нас. Вы знаете, сегодня немножко скажу мысль такую. И ще кажа една мисъл. Я встречал в этом мире, в безбожном мире, безбожен свят съм срещал людей, хора, или даже семейные пары, или даже семейные двойки, которые живут относительно хорошо, които живеят относително добре, то есть вроде бы как у них и в семье все хорошо, то есть уши в семействата им всичко е наред, и это все без Бога, и всичко е без Бог, и финансово они вроде бы как успешны, и финансово са успешни, ну вроде как и дети есть, и все хорошо у них, и уши имат и деца, и всичко е добре. Но они отличаются тем, что они говорят, мы это достигли без Бога. Обаче се отличават с това, че те казват, ние достигнахме това без Бог. Мы очень добрые люди. Ние сме добри хора. Нам Бог не нужен. Не се нуждаем от Бог. Идите вы куда-нибудь подальше со своим Богом. Махайте се със своя Бог. Мы не хотим ничего об этом слышать. Ние не искаме да чуваме нищо за това. И знаете, я вот работал в онкологии, да, 4,5 года. И когато работих в онкология, я обеспечивал операции. Аз извършвах операции. На последнем курсе я был анестезистом. И на последния курс аз бях анестезист. Я обеспечивал наркоз. Извършвах наркоза. И ассистировал знаменитому на то время профессор. Из головы вылетело. И бях ассистент. Ну, в принципе, это не важно. Един много добър професор. И этот профессор, он был знаменит тем, что он очень хорошо делал операции именно такие онкологические. И този профессор беше много добре познат, защото извършваше много добре операции. Когда вот там вот спаечек очень много, и нужно знать очень хорошо анатомию артерии, нервной системы. Защото трябва много добре да се познават артериите, нервната система. И он так хорошо все это обходил. И той толкова добре ги обминаваше. И вырезал опухоль чисто. И изрязваше много чисто тумори. Без каких-то серьезных последствий. Без никакви серьезни последици. Я вам скажу сегодня, знаете, что такое тумор или опухоль? Знаете ли какво е тумора? Онкологи это называют автономия. Онкологите го наричат автономно нещо. То есть это Ватикан. То есть като Ватикан. Это государство в государстве. Нещо като държава в държава. Раковая клетка, като ракова клетка, живет в теле человека, която живее в тялото на човека, но не для тела человека, обаче не за тялото на човека, а чисто для себя, а само за себе си. То есть она высасывает все соки, то есть тя изсмуква всички сокове, все телесные жидкости, всички телесни течности, человек худеет, и човека започва да ослабва, истощается, изтощава се, вторая, третья, четвертая стадия, метастазы пошли по всему телу, метастазы се разпръскват по тялото. А эта опухоль живет очень хорошо. И този тумор се живее много добре. За счет этого тела она живет очень хорошо. За сметка на това тяло живее много добре. У нее все прекрасно. Всичко е прекрасно. И вы знаете, тоже здесь есть какая-то, знаете, тоже доля долготерпения. И тук също има някакъв момент на дълготерпение. То есть тело в какой-то степени терпит эту опухоль. Че тялото до някаква степен търпи този тумор. Вынуждено терпеть. Принудено го търпи. Пока опухоль не обнаружена. Докато този тумор не се намери. Если вовремя, это я даже как врач обязан предупредить. И като лекар трябва да предупреди, че на време. Если опухоль обнаружена на ранних стадиях. Че ако я намират на по-ранни стадии. То ее можно удалить без каких-либо последствий. Може да се примахне без някакви последици. На первую, на вторую, на третью стадию. То есть на първа, втора, третья стадия. Просто вырезать. Просто да се изреже, да се изхвърли. Но на четвертой, когда начались уже метастазы. Обаче на четвъртата стадия, когато започват метастазите. Хирурги
уже отказываются оперировать. Хирурги отказывают да оперируют. Точка невозврата. За что-то няма точка на. Человек обречен. Връщане. Человек обречен. Они говорят, ну извините. И те казват, извиняемся, обаче вече късно. Вот так было в нашей онкологической клинике. Така беше в нашата клиника. И вы знаете, что делали с этими опухолями? И какво се правят, какво правят тези тумори? Были такие специальные контейнеры. Имаше специални контейнери. Контейнеры для биомусора. Контейнери за биобуклуци. То есть я видел своими глазами. То есть виждах с моите очи. Как извлекалась опухоль. Как се извлича този тумор. И ее бросали туда в биоматериал. И просто е изхвърлен в този биомусор. Биобуклук. Что делают с опухолями? Какво правят с тези тумори после? Удивительный прообраз. И това е много интересен прообраз. Но в основном онкологи не знают. Онкологите най-често не знают Библията. Опухоли сжигаются в высокотемпературных печах. Тумурите трябва да бъдат изгаряни на висока температура. То есть практически в домнах. При нескольких тысячах градусах по Цельсию. При несколько тысяч градусов. Чтобы раковая опухоль распалась до молекул. За да может този тумор да се распадне до молекули. Чтобы от нее ничего не осталось. И да не остане ничто от нее. А это Библия-то говорит. Така казва Библията. Вот бесплодное дерево. Бесплодно дерево. Его срубают и бросают в огонь. Трябва да бъде отсечено и да бъде изхвърлено вот в огонь. Вот это раковая опухоль. Това е тумора. И вот знаете, вот здесь... мысль очень простая. И тут има много лесна мисъл. Недавно Наталья Шейбак выставила такой семинар. Наскоро Наталья Шейбак сподели един семинар. Благо дать? Че благодата? Или благо взять? Или благо да вземеш? С каким желанием мы приходим к Богу? С какого желания идваме при Бога? Взять от Него? Дали да вземем от Него? Или научиться давать? Или да се научим да даваме? В Нем? В Него? Стать источником вот это полноводной реки. Да стане источник на тази река. Я дочитаю. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину твою, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. То есть это уже о нас. Да и будут, и вот смотрите, суть причастие. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Желание Иисуса Христа, чтобы мы были в Нем едины. Желание это на Иисус Христос, да будем не в Него едини. Да уверует мир, что Ты послал меня. И слава, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. То есть Бог точно так же, как возлюбил Иисус Христа, точно так же возлюбил и тебя. Как ты возлюбил Господь Иисус Христос, так возлюби и тебе. Иисус Христос не желает, чтобы ты осквернялся дальше. Иисус Христос не желает, да се осквернишь. Он пришел, чтобы освободить тебя. Той дошел, за да те освободи. И сделать тебя частью самого себя. Да те направи част от самия себе си. Чтобы ты непрестанно омывался Его драгоценной кровью. За да можешь да се измиваш непрекъснато с Него. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видя славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое. И открою, да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Давайте мы скажем на это аминь, потому что это святые слова нашего Господа и Учителя Иисуса Христа. Давайте мы коротко помолимся. Нека на кратко си помолим. Андрей, можно за тело Господне? За тело Господне.